Guys, now you can give me everyone big gifts. Everyone, 48 people, you can give me lions. I will be so happy to see that from you. Or if you cannot recharge for the lion, you can give me mini cats. Be gentlemen. Ну а чё нет? Why not? You can recharge for a little bit less, something less than that. And how much you send, Nebraska? Пиксель, не смеши меня, пожалуйста. Ты говоришь по-русски, да? Ну, на самом деле, он просто электрик, и он видно, что странный, как бы. И, бля, я сейчас расплачусь, мне его, блядь, мне его жалко. Я сегодня очень сидела. Блядь, просто... Он какой-то электрик, он типа $20, ну, блядь, ну, для кого-то, знаешь, это деньги. Он посылает, мне прям жалко его. Я тоже подумала, что он скидывает типа под $2. И мне стало сначала смешно. Блядь, сука. А потом мне стало ему жалко. Блядь. Он просто простой электрик, и чел реально, ну, блядь. Просто скидывает по доброте душевной, сука. Я очень сегодня сентиментальна, мне просто его жалко, блядь, стал. Блядь. Сука, нахуй я плачу сегодня, мне сегодня все слезит. I just said about you because this is so nice. I don't wanna... Блядь, я сейчас расплачусь. Сука. I don't wanna offend you, but I think you're not... Right, you're not the most rich person, but some rich people... Блядь, сука. They're so greedy, they're not sending anything, and you said you just sending... To some, блядь, just it's so kind from you. Today I'm very, I don't know why. Сука, I'm sorry, I'm so too emotional right now. But this is so kind from you. You help some people. This is really very, very kind and big respect to you, because you know some rich people, they are so greedy. That's not something bad to you, right? I don't think you're very rich, but you, anyways, you helping, and $20 for some people, that's a big money. Sometimes, you know, you never know what is big for someone, what is not big, and... Yes, yes, you said it. Ебать, я сегодня сентиментальная, ну нахуй в пизду. Фу, блядь. I'm not crying, даже I'm just emotional. Бля, какой позор, сука, я бывает такая. Ебать, я сегодня увидела бабушку, а сын мэршится, нахуй. У меня было $300 на кошельке. Тут тикток, я пошла. Блядь, я так расплакалась. Ей, короче, это не смешно. Но сначала мне было смешно. Бля, и короче, она такая сидит, она, ну, хуёво выглядит.
такая прям, ну, блядь, она так еще омерзительно все это делала, отвечаю. Она берет эти губки, God bless you, она берет какие-то губки, блядь, пластиковые, вот так вот в экран, и такие звуки мерзотные издает. Такой, сука, меня чуть не блевануло. И я хотела сначала над ней поугарать, я хотела, чтобы Стив ей скинул ведьму, которая пугает. А потом я зашла, то есть я не нажимая видела, да, я не нажимая на нее видела, а потом я зашла к ней в чат, там типа 400 человек, просто ей пишут такое говно, они над ней издеваются, они ей пишут типа: бабка, сука, нахуя ты это делаешь, вот так вот прям злобно, да кому она, блядь, мешает? Ну, типа, я просто, ну, я не понимаю, кому она, блядь, мешает? Кому она мешает тем, что она просто, она купила микрофон? Я сейчас опять расплачусь. Бля, я не могу. Она купила микрофон. Сука. Мне просто ее жалко. Она купила всякие штучки ебаные. Она сидела с этой хуйней. Сука. Они все издевались над ней. Они просто писали: иди спать, бабка, там. Типа, хули там у тебя деда нет, но это было отвратительно. Я зашла, ей кинула, ну, вообще все, что было, у меня там на 30 тысяч, в общем. А она так плакать начала. И мне просто так стало ее жалко, что люди такие хуесосы ебаные. Вот чем она мешает вам? Ну, правда? И мне так стало... Ну, блин, девчонки сидят, понятно, что там молодые... Нихуя особо вообще делать не надо для того, чтобы тут тиктоки молодым девочкам получить подарки, по факту. Я не получаю, потому что я злая. Я на вас ору. Ну, не на вас, а на долбоёбов. А она реально, ну, блин, молодец. Да, она там странная, может быть. Но она в возрасте, блин, вообще в возрасте быть... А с советским воспитанием открыты чему-то новому, это сложно. Бабушка ей лет там 70, наверное, купила микрофон себе, купила всякие поцелуйчики, она купила мягкие игрушечки, сердечки разных размеров, мишек, вот все по подаркам прошлась. И она реально сидит и делает, сидит и делает, сидит и делает. Ну, молодец, человек работает, но реально занимается чем-то. А 400 человек просто, блядь, ни одного хорошего комментария. Мне жалко стало. Просто чисто, блядь, чтобы эти хуесосы заткнулись, завистливые, которые там сидели и издевались, что вот она, женщина, да, над которой они издеваются, может получить намного больше подарков, чем эти долбоёбы ебаные. Жалкие. Thank you for roses. Вот всегда, это закон, всегда нужно защищать слабых, на которых накидываются, я не скажу, что сильные, вот просто другие, слабые толпой. Но слабые и злые — это хуже всего, потому что они объединяются в толпу шакалов ебаных. Бля, я не знаю, я сегодня очень эмоциональная какая-то. Я ненавижу свою эту сторону показывать, но у меня сегодня это... И, короче, знаете, что я злая? Блять, все в соплях, в соплях. Никому не рассказывайте. Да, мне и этого мужика тоже стало жалко. То, что мне сначала... Вот, блять, этот отвратительный момент. Это вот у вас... Иди в жопу. У всех у нас есть, знаете, поржать над человеком. Вот Пиксель, ты тоже поржал над ним, да, что там какие-то $2. А по сути, даже это не смешно. Ну, типа, человек, там даже эти $2 бы, если бы он кидал $2, это не было бы смешным. Просто потому, что он делает от души и по возможности. А нам же, сволочам, все это смешно. Блять, видишь, как мы воспринимаем? Бля, ну это плохо, сука, это ужасно. Я тоже подумала, что он шутит.